Все спортивные объекты Универсиады 2023 в Свердловской области будут построены в срок, а их финансирование сохраняется в полном объеме, заявили в Департаменте экономики Екатеринбурга. В числе площадок для проведения соревнований и дворец водных видов спорта Первоуральска. Сейчас идет строительство здания, где разместится дополнительная чаша бассейна для проведения соревнований по водному поло. Параллельно идет реконструкция и основного корпуса ДВВС. По словам главы Департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексея Придеина, финансирование строительства всех объектов универсиады, как в столице Урала, так и в других муниципалитетах, сохранится в том же объеме и будет распределено на подготовку к соревнованиям без изменений. Также он рассказал, что спортивное оборудование для муниципальных объектов, которые планировали купить за рубежом, заменит на российские аналоги. На данный момент о переносе универсиады, которая должна состояться в Свердловской области в августе 2023 года, не сообщалось.